У нас на канале 16 есть добрая традиция. В преддверии 8 марта мы обязательно выходим на улицы города и дарим девушкам цветы. Ну а от них сегодня попробуем получить поздравления для всех девушек в городе. Пойдемте, это будет здорово. Гоу! Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сегодня получали уже цветы? Нет. Давайте исправим эту оплошность. Смотрите, я вам розочку абсолютно бесплатно. Поздравляем вас с 8 марта. Будьте красивой, желанной и всеми любимой. Поздравляю всех с праздником. Живите долго и счастливо. И всем ура! Любви. Поздравляем вас с 8 марта. Желаем вам счастья, здоровья и удачи. Да. А от вас хотим, чтобы вы всех девушек города поздравили так, как сможете. Ой, самое главное, чтобы этих девушек поздравили мужчины. Вот о чем я хочу сегодня всем пожелать. Пойдемте дальше. Еще, у меня еще есть цветы. Пойдемте. Держите, огромное. Это вам. Поздравляем вас с 8 марта. Желаем, чтобы все было хорошо в жизни. Всегда улыбались. Дорогие женщины, желаю нашего женского счастья, но для этого нам тоже нужно прилагать усилия. В идеале женщина должна быть умной, красивой и доброй. Вот этого всем и желаю. Радость-то какая на лице у человека. Здорово. Дарить хорошее настроение – это круто. Пойдемте сделаем это еще разок. Знаете, чем еще хорошо 8 марта? Это когда ты выходишь на улице светит весеннее, настоящее весеннее солнце, а вокруг столько улыбающихся девушек, что просто словами не передать. Это очень классно. За это мы, в общем, собственно, и любим этот праздник. Ну, мы, мужчины, я имею в виду. Пойдемте, будем дарить радость девчонкам. Гоу! Вам как, беленькая или розовенькая больше? Розовенькая. Держите вам розовенькую розу, чтобы было хорошее настроение в этом преддверии 8 марта. А от вас знаете, что нам хочется? Да. Поздравьте всех женщин, девушек города с 8 марта, так как вы это умеете. Каждая женщина, каждая девушка, девочка заслуживает любви и заботы. Как настроение? Отличное настроение. В связи с праздником или просто пораньше с работы отпустили? А, в связи с праздником, конечно же. Я смотрю, вам сегодня подарили уже по цветочку. А можно мы присоединимся к поздравлениям ваших коллег по работе и подарим вам еще один цветочек? Конечно. Поздравляем вас с 8 марта! А вам? Девчонки, я всех поздравляю, и женщины, я всех поздравляю с этим замечательным праздником. Пусть детки, пусть ваши мужчины, пусть все окружающие, друзья, знакомые, что пусть все вас радуют, дарят вам хорошее настроение и добро. Всем девушкам, всем деткам, дочерям, внукам, бабушкам, всем хорошего весеннего настроения. Традицию дарить девушкам цветы на улице в преддверии 8 марта мы соблюли для вас. Про 8 марта собирали поздравления Кирилл Васенин и Владимир Лисик. С праздником, девушки!